Ремонтные работы по улице Уалиханова для местных жителей стали приятной неожиданностью. В этом районе должны были сделать новую аллею. Однако после положенной брусчатки и поставленных фонарных столбов работы дальше не продолжились. Местные жители отмечают, ходить стало удобнее, но надежды все-таки не оправдались. Грязно было. Тут гаражи стояли, все гаражи почти снесли, вот только один остался. И очень чище стало. И там как бы сзади все было очень грязно, там мусор был. Задумка с аллеей хорошая, но не хватает газонов, деревьев, и фонари вечером очень тускло горят, поэтому ходить здесь не очень безопасно. В мечтах горожан так и остался облагороженный участок с запущенной водой в канал, скамейки и посаженный газон. 12-летняя Нурмалан Есинали говорит, что гулять здесь стало жарко, и всему виной небольшое количество деревьев. По воспоминаниям девочки, раньше этот участок был зеленее. По сторонам, если бы цветочки посадили, тогда было бы красивее. Больше тенечка, как бы, чтобы вот это головного удара не было от солнца, и слишком мало деревьев. Все время деревья вот это срубают, и поэтому воздуха не хватает из-за этого. Грязный воздух. Найти урну на импровизированной для прогулок аллее также сложно, поэтому люди оставляют мусор, где придется. Мы надеемся, что данную ситуацию нам прокомментируют соответствующие органы.